А сейчас мы посмотрим с вами небольшой ролик, посвященный использованию масла. Это масляные растворы, как предшественники геля. Они также обеспечивают длительную экспозицию на слизистой. Именно эта форма выпуска натолкнула нас на применение и разработку гелевых форм, поскольку экспозиция требовалась еще более длительной. И мы назвали фитоден своего рода, это химический элемент регенерации. И вот эта уникальная комбинация компонентов, действующих мультинаправленно, имеющих собственную биологическую активность и в комплексе действия, стимулируя ауторегенерацию, нам действительно по праву дает возможность называть разработанными средства фитоден химическим элементом регенерации. На нашем сайте вы найдете для дальнейшего погружения, весь этот ролик комментировать я точно не буду, но для того, чтобы лучше ориентироваться в репаративных процессах клеток, хотелось бы познакомить вас с биологией растительной клетки, поскольку аналогично органеллы, встречающиеся и в организме человека, действуют аналогично и несут определенные значительные жизнеобеспечивающие функции. Поэтому это видео вы можете найти у нас на сайте и познакомиться с ним самостоятельно. По достоинству оценен учителями биологии Санкт-Петербурга 5 и 6 классов. И за такой вот интересный наглядный мультфильм дети, которые вы представляли, получили отличные оценки. В ближайшее время появится полнометражный фильм о том, как изготавливаются средства фитоден, с каких компонентов, в каком порядке происходит смешивание, и с описаниями подробным форм выпуска. И вот доступным простым языком мы раскроем все секреты нашего вот этого волшебства и применения растительных комплексов для создания уникальных средств для регенерации пародонта, профилактики пародонтологических заболеваний, применения в хирургической практике и укрепления здоровья полости рта, улучшения состояния десны, слизистой и повышения качества жизни стоматологических пациентов в нашей стране. Это протокол приготовления эликсира, это водно-спиртовой экстракт, который также содержит те же активные компоненты основные, это медные производные хлорофилла, экстракт осиновой коры со всем богатым запасом биологически активных веществ, органических кислот, полифенольных соединений, неорганических минералов, а также салицина, алкалоидов, дубильных веществ. Эликсир представляет собой концентрированную форму выпуска и используется обычно для восстановления после хирургических манипуляций или у пародонтологических пациентов, поскольку содержит наибольшую концентрацию действующих веществ, но также в его составе присутствует спиртовая основа, как консервация активных компонентов. И, конечно же, его активность даже за счет того, что это водно-спиртовая вытяжка, она достаточно высокая. Прошу также обратить на это внимание. На этом, уважаемые коллеги, благодарю вас за время и внимание. Надеюсь, этот час вы проведете с пользой. Вот как проходил поиск химического элемента, и среди множества нам удалось найти именно тот, который будет действовать на регенерацию в полости рта, наш химический элемент фитоден. Спасибо вам за время и внимание, и до новых встреч. С вами был Алексей Шаров, официальный представитель продукции «Фитодент» в России, директор стоматологического магазина «Ромашка» в Санкт-Петербурге. До новых встреч!